терпит холод, сжатый воздух и углекислоту. Это вот это, да? Нет, они внутри находятся. А это испарительные конденсаторы, это для охлаждения. Вспомогательное оборудование очень-очень важное, потому что каждый компьютер, он для охлаждения нужен аммиак. То есть, соответственно, холодильно-компрессорная станция, ну, холодильная в частности, обеспечивает охлаждение аммиаком. Вот эти рубашки, то есть вот этой обшивкой из рубашки охлаждения. Угу. Да? Вот, соответственно, ну, это сложный организм, как не буду этим техническим нюансами добивать голову.